ребята, сегодня я расскажу вам одну сказку. Жили-были два мышонка. Они были очень веселые и озорные. И часто с ними случались разные истории. Вот, смотрите сами. Ура, мне подарили телефон. Ух ты, хорошая штука, а у меня тоже есть телефон. Удобно сидишь дома и разговариваешь. Да, нажал кнопку и говори. Давай попробуем. Давай. Привет. Здорово. Чего молчишь? А ты чего молчишь? Не знаю, что сказать. Долго спорили бы мышата, но есть дети, которые умеют правильно обращаться с телефоном. Приглашу-ка я мышат в школу вежливых наук. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Проходите к нам в нашу школу вежливых наук. Вам купили телефон. Да чего красивый он! Красный, лаковый, блестит. Очень громко он звонит. Телефон это мы купили, а как пользоваться ими, не знаем. А вот мы сейчас вас и научим, как пользоваться телефонами. Мы, ребята, сейчас расскажем мышатам, для чего нужен телефон. Телефон нужен для того, чтобы поздравить друзей с днем рождения. Телефон нужен, чтобы вызвать врача. Телефон нужен для того, чтобы назначить встречу. Телефон нужен для того, чтобы рассказать новости. Действительно, телефон нужен, чтобы позвонить друзьям, назначить встречу, справиться о здоровье. Теперь понятно. Алло, Леопольд, пошли гулять. Ребята, а расскажите мышонку, как правильно пригласить друга на прогулку. Алло, здравствуйте, кот Леопольд. Вы не заняты? Я хочу вас пригласить погулять. А я маме позвоню. Алло, мам, ты скоро с работы? Ребята, правильно мышонок разговаривал со своей мамой? Нет. Алло, мамочка, ты скоро придешь с работы? Я очень по тебе соскучилась. Теперь ясно, позвоню бабушке. Она что-то приболела. Бабушка, как здоровье? И опять неправильно. Алло, здравствуй, бабушка, как твое здоровье? А еще есть важные номера телефонов, которые должен знать каждый. Все мы можем заболеть, ненароком простудиться, вызвать скорую, суметь очень может пригодиться. 03-0 скорой помощи. С открытым огнем обращаться опасно. Спички друзок не сгит и напрасно. Дым и огонь не к добру, так и знай. Пожарных на помощь скорей призывай. 01 номер пожарной службы. Незнакомец твоя дверь зачем-то звонит. У него подозрительный замкнутый вид. Двери ключами открыть не спеши. Номер полиции ты набери. 02 номер полиции. Вот видите, мышата, какие вы молодцы. А теперь нужно вспомнить правила, которые нужно использовать при телефонном разговоре. Не звоните рано утром или поздно вечером. Не задерживайте ответ надолго. Разговаривайте по телефону вежливо и доброжелательно. Не кричите в телефонную трубку. Не забывайте в начале разговора здороваться, а в конце разговора прощаться. Не пользуйтесь сотовым телефоном в театре. Есть еще одно очень важное правило. Если дома взрослых нет, не веди ни с кем бесед. До свидания скажи, быстро трубку положи. Вот и закончился наш урок в школе вежливых наук. До свидания!